А давайте поклянемся. Вот прямо сейчас, что будем дружить всю жизнь. И что бы ни случилось, будем всегда друг другу помогать. И выручать, даже если сам можешь пропасть. Я клянусь. 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 Вы будете связаны всю жизнь, но ваши дороги разойдутся. И лучше бы вам вообще не пересекаться. Что-то мне не нравится такое гадание. Прежняя дружба – это лучшее подспорье в розыске, поверьте мне. Так что, как говорится, вам и все карты в руки. Доигрался ты, Гриш. Я иду искать. Мое почтение. Котовский. Ключи от сейфа. Вооруженное ограбление, налеты, везде бахвалятся, своим именем представляется. Котовский. Кто? Что? Мы теперь кого грабим? У кого деньги, того и грабим. Мне нужен Гриша Котовский. Мне нужно, чтобы ты его сдал. И ты мне его сдашь. Помнишь, как мы клялись не предавать друг друга? Предают свои, Гриш. А мы с тобой давно уже. Другие у тебя теперь друзья. До края дойдет. Ты в меня стрелять станешь? А ты? Это Анна, моя невеста. Очень приятно. Сколько лет я должен изображать из себя глупого идиота, который ничего тогда не видел и сейчас ничего не понимает? Ты сейчас ничего не понимаешь! Я хочу забрать тебя. Не пущу. Я всегда была для тебя не такой. Если бы жизнь моя по-другому пошла, разве стал с тобой опутаться? Сама подумай. Нет Гришки Котовского, которого мы знали. Забудь его. А есть мерзавец и бандит, который грабит людей. Он тебя и меня ограбил. Ты ведь знаешь, что я рожден не для жизни бандитской. Вернее сказать, что не только для этого. Я могу гораздо больше. Анна, я сделаю для тебя все. Одно твое слово, и я положу к твоим ногам весь мир. Вы можете назвать меня бандитом. Но на моей совести нет ни одного убийства, ни одного пятна крови.